Всем привет! С вами Николай из War Doctors Community. Несмотря на то, что я сейчас не в самой лучшей своей форме, из-за того, что на меня периодически нападает турецкий чих, турецкий кашель, и я, пожалуй, пока не буду вести особенно объемную трансляцию, я все же решил, что не стоит оставлять вас без оригинального контента, и решил записать для вас экспромтом небольшую реакцию. Реакцию на трейлер Life is Strange 2 для PlayStation 4. Собственно, именно это видео предложила для реакции Мария Бланш, за что ей спасибо. Оригинальный Life is Strange я... Простите. Я покупал в Steam. Я его установил и даже прошел. Он мне очень понравился своим сюжетом, своими персонажами. И в целом, вот, знаете... атмосфера этого городка Аркадия Бэй. К Before the Storm я вообще не прикасался, потому что решил, что она у меня не пойдет. Хотя, судя по моему недавнему опыту, если в Стиме написано, что у меня что-то не пойдет, это далеко не факт, что так и есть. Ну и Капитана Спирита раздавали бесплатно. Ну, то есть, как сказать, раздавали. В смысле, он... там первый эпизод, по-моему, бесплатно для скачивания или что-то типа того. И поэтому я решил с ним попытать удачу, но вот как раз он у меня не пошел. Я не помню, но там какая-то ошибка появилась, и он, короче, не запустился, что было очень жаль. Поэтому Капитана Спирита мне пришлось по чужим видео изучать в основном. Да. Ну, думаю, можно смело сказать, что у нас теперь целая франшиза на руках с приквелами... и, как это правильно назвать, спин-оффами, вбоквелами. И довольно интересное и необычное. Я этот трейлер не смотрел перед тем, как записать видео. Я надеюсь, сейчас все получится записать, так сказать, с первого дубля. Хотя я уже одно только вступление с нескольких дублей записываю. И, в принципе, короче, я еще понятия не имею, что в этом трейлере. И поэтому мне очень интересно. Я надеюсь, мои... эмоции, моя реакция будет самой непосредственной. Ну и, собственно говоря, как мы можем здесь видеть, в этой игре присутствуют насилие, кровь, сексуальные темы, упоминание наркотиков и грубая матершина. В общем, весь набор интересной истории присутствует. Ну давайте посмотрим уже, что там. Я не знаю, где мы. Мы как будто идем в никуда. Не думаю, что Дэниел понимает, что происходит. Я не могу ему сейчас рассказать правду. Просто не могу. Путешествие начинается. Как мне здесь о нас позаботиться? Так, в победившей, получившей награды франшизе Life is Strange. Что там? Выстрелы на землю, не двигайся. Что мы теперь будем делать? Мы ничего не можем сделать. Мы... нет ничего, что мы не можем сделать, пока мы вместе. Да. Окей. Так. Что получается в итоге по сюжету? То есть эта история будет о каких-то двух мальчиках. Я предполагаю, видимо, двух братьях. Которые сбежали в леса. И одного из них типа разыскивают в связи с какой-то там стрельбой или что-то такое. Не знаю, можно в принципе еще раз перемотать, чтобы глянуть конкретно этот момент. Я
старался переводить на ходу, очень нервничал, как я всегда нервничаю, когда я должен именно на ходу переводить. Но я надеюсь, явных ошибок не допустил. Благо, когда субтитры перед глазами, это очень удобно. Так, подожди, а может и русские были во все это время? Нет, только английский, ну да бог с ним. Так, меня интересует только заголовок. Потому что я его, по-моему, не успел толком рассмотреть. Что-то они еще воют, но это типичный такой прикол на самом деле. Стрельба, в Южном Сиэтле. Ясно. Ну, в общем, да. В предыдущей игре действие происходило в городке Аркадия Бэй, и, как я понимаю, это вымышленный городок. Могу ошибаться, если ошибаюсь, извините меня. А здесь во вполне реальном Сиэтле. Кстати, если мне память не изменяет, именно туда рвалась Макс напряженно в предыдущей игре. Да. Ну что ж, трейлер довольно короткий. И на самом деле из него пока мало что понятно, только общая завязка. Но, тем не менее, он снят очень даже здорово и профессионально. В принципе, буду очень ждать эту игру, следить за новостями. Уж не знаю, доведется ли мне в нее поиграть, наверное, вряд ли. Но будет интересно посмотреть у других людей прохождение, наверное. Ну, а вы можете, как обычно, делиться своим мнением о трейлере в комментариях. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу, если не хотите пропустить никакие важные обновления. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч. Я надеюсь, что скоро я все-таки смогу продолжить стримы. Да и вообще делать гораздо больше работы голосом, но... Пока я ни в чем не уверен, потому что у меня очень все нестабильно со здоровьем, но, тем не менее, надеюсь, эта реакция вам понравится. Не болейте сами, всего доброго, всем пока.